ЗАГС по соседству с автостанцией, хаотичные парковочные места, недостаток пространства для отдыха. Все эти проблемы поможет решить проект по благоустройству сердца города Инзы, улицы Тухачевского. Предприниматели, активисты и дизайнеры работали в тандеме. Запланированы пешеходные дорожки, качели рельсы и даже сухой фонтан. Мы в этот проект закладываем как бы тенденции на будущее, чтобы эта территория дальше развивалась и продолжали благоустраиваться и прилегающие улицы, которые находятся рядом. Ну и, соответственно, вся Инза продолжала, благодаря вот этому толчку, который будет дан на главной улице, весь город продолжит и в дальнейшем развиваться. По условиям конкурса проект должен быть реализован за один год. Кирилл Штемпель отмечает, в случае победы успеть к назначенной дате вполне реально. Уверенности придает и опыт участия в подобных конкурсах. Благодаря победе в 2019-м сегодня в Инзе полностью благоустроен парк Горького. Со своей стороны мы уже предварительно имеем опыт первого участия и, соответственно, победы, в которой 55 миллионов, для нас это серьезные деньги для муниципального образования. Конечно же, рекомендации губернатора, заместителя были таковы. Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы было участие, соответственно, и бизнеса, значит, и населения, ну и, соответственно, муниципальное образование. Также жители выбирают проекты благоустройства парков, скверов и аллей на 2022 год. Голосование проходит в 7 муниципальных образованиях области до 30 мая. На сегодняшний день свой голос отдали больше 4000 жителей. Александра Никитина, Владимир Куликов, Управда ТВ.